Театр-студия сценического фехтования «Сирано». Поединок Франциско и Карлоса. Исполнители Гриша Денис, Мартынов Владимир. Отрывок из спектакля «Турнир Сиамель Сторм». Поединок Дона Адриана Карлоса с Франциском, воином-монахом. Встречаем! Великолепное представление. Тебя побила девчонка, какая жалость. Закрой свой рот и давайте быстрее с этим покончим. Схватка отменяется. Франциск не может биться с вывихнутой рукой. Чепуха! Все в порядке. Со мной Бог. Как пожелаешь. В таком случае приготовьтесь к первому поединку. Дон Адриан Карлос Мальвадо Феррес против Франциска Арийского. Выбирайте одну. Полуторный меч. Я выбираю катану. Начинайте. Подлец! Мама говорила то же самое. Она забыла добавить, что ты не ее сын, ублюдок. Я засуну твои слова тебе в глотку. Дон Адриан Карлос Мальвадо Феррес. Финальная схватка. Выбирайте оружие. Я предлагаю сразиться на шпагах и кинжалах. Как тебе такое предложение, монах? Оружие наемных убийц, Карлос. Я не удивлен. Но твои уловки тебе не помогут. Начинайте. Ты проиграешь. Я вижу твою лживую душу насквозь. В ней нет ни капли веры. А твой путь — сплошная ложь. Да ну! А твоя проповедь грешит лицемерие. Да кем ты себя возомнил? Ты очередной тупой фанатик. Закрой свой рот! Ты лживая гиена! Франциск! Запас словарный вас подводит. Для вас неправда это ложь. Вас только это мучает. А в спасении людей душой ни разу не кривили? Не искажали положение? Лжецу я не поверю даже тогда, когда он скажет правду. Знаешь, тебе никогда не стать настоятелем своего дурацкого ордена. Сказать почему? Да ты просто повторение, мать, учения. Ты полон слов, значения которых не понимаешь. Ты зазубрил молитвы, но в них нет души. Закрой свой рот! Девочка правильно сказала тебе. Ты слишком часто повторяешься. Ничего ты не знаешь об этом мире, монах. Как говорил один мой знакомый лекарь, все люди лгут. Гриша Денис и Мартынов Владимир.